да. Сейчас, подожди, тут эти странные садовники пришли. Здравствуйте, мы расскажем вам о озеленении нашей территории. Михаил, скажи, пожалуйста, как вам наши кустики? Кустики заросли, их надо подстричь. Сейчас Тиман подойдет. Михаил, скажи, пожалуйста, как вам наша свежепокрашенная скамейка? Скамейка выцвелась, ее надо зачистить. Сейчас Тиман подойдет. Михаил, скажи, как вам наша брусчаточка? Вот эти камушки нравятся или нет? Брусчаточка сухая, ее надо полить. Сейчас Тиман подойдет. Ну, а как в целом погодка? Устраивает, не устраивает? Погодка такая, жарко. Ее надо полить. Сейчас Тиман подойдет. Я сказал, что странные садовники.